Дорогие друзья, рождественское, новогоднее время – это время волшебства и открытий. Вы посмотрели мои видео, идея которых пришла ко мне совсем недавно. Я задумалась, а почему балерины не поют? Вам не приходило это в голову? И когда я совместила вокал и пуанты, которыми я начала заниматься в декабре месяце или в самых последних числах ноября, я поняла. И еще я поняла, насколько прав старик Андерсен в своей сказке о русалочке. Вы помните, что отдала русалочка за ножки? Голос. И у меня вполне прилично получалась Ава Мария. Но когда я попыталась петь ее на пуантах впервые, мой голос разбился в дребезги. Для меня это было удивительно, но это был вызов. Это был вызов, и так как я нейроэнергетический кинезиолог, я спортивный кинезиолог, я поставила себе задачу. Я поставила задачу совместить эти совершенно противоположные функции. И сейчас я вам предоставила свое маленькое открытие, свое достижение как символ того, что все возможно. Ставьте великие цели, ищите пути, выстраивайте стратегию и тактику, и у вас получится. У вас получится абсолютно все. А через несколько дней я сделаю еще один дубль, потому что данный был не очень удачный, но не только по причине того, что у меня было очень мало времени на совмещение этих двух функций стопы и голоса, а потому что я просто обожглась, и я не могла танцевать и заниматься, потому что это было достаточно болезненно. Но сейчас у меня будет несколько предновогодних дней, и через какое-то время я думаю, что я запишу вам еще более интересный дубль и поделюсь своими новыми открытиями. А пока самых счастливых, самых волшебных праздников. С вами была я, Валерия Мисник.